Макс Холлоуэй продолжает шокировать мир в плохом смысле этого слова. В прошлом поединке от него ожидали уничтожения. Все случилось, правда, в другую сторону. Макса избили, грубо говоря, оставили в луже собственной крови. И сейчас ему дают молодого проспекта под именем Арнольд Аллен. Всем привет, бойцы! С вами канал Беларусту ММА. В этом видео я дам прогноз на ожидаемый всеми бой между Максом Холлоуэем и Арнольдом Алленом. Но перед Перед началом этого ролика не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, чтобы как можно больше фанатов по всему миру смогли увидеть этот выпуск. Сейчас Макс Холлоуэй испытывает не лучшую часть своей профессиональной карьеры. Все началось с поединка против Дастина Парье, когда американец на классе перебил на руках гавайца и забрал временный пояс легкого веса. Тогда Макс решил оставить попытки завоевать второй титул и решается вернуться к себе в дивизион. Очередным соперником стал Фрэнк и Эдгар, с которым он должен был встретиться несколькими годами ранее, но из-за травмы не получилось это сделать. И вот сейчас ему предоставилась возможность снова с ним встретиться. В поединке Холлоуэй деклассировал американца и победил единогласным решением. После, как казалось для Макса, появился очередной претендент под именем Александр Волконовский. Поединок запланировали на UFC 245. Макс думал, что Волк очередной боец, которого он уничтожит за 25 минут. Но нет, Волконовский неожиданно для всех смотрелся лучше Макса и в итоге отобрал у него звание неоспоримого чемпиона. Сразу же после этого боя благословленный попросил незамедлительный реванш, и учитывая его прошлые заслуги, компания пошла ему навстречу. Но и во втором бою Холлоуэй потерпел еще более обидное поражение. Казалось, что решением должен был победить именно он. Но нет, судьи в тот вечер увидели победителем именно Алекса. После он решил немного отвлечься, выступив с Келвином Кэттером и Ейром Родригесом, которых смог одолеть решением судей. И тем самым он закрыл серию из двух поражений подряд. Победа над топами этой весовой снова сделала Макса главным претендентом на титульный бой. Но в третьем бою против Алекса Холлоуэй окончательно поставил точку. Чемпионом он уже быть не сможет. Волк испилил его во всех аспектах боя и уверенно победил его решением. И сейчас ему предстоит бой с не менее опасным молодым проспектом. Под именем Арнольд Аллен, который на данный момент идет на винстрики из 12 боев подряд. И ему дают бывшего чемпиона, и в случае победы над ним ему предоставят титульный бой. Давайте проанализируем этот поединок и наконец-таки определимся, сможет ли Холлоуэй вернуться на победную тропу. Или же молодые проспекты ему не по зубам. Ударный стиль Ну что ж, начнем как обычно с ударной техники, и первым у нас будет Макс Холлоуэй. Ну что можно сказать про Макса, все-таки тот накопительный урон дает о себе знать. Давайте вместе вспомним все его жесткие зарубы. И сразу же на ум мне приходит поединок против Дастина Парье, в котором Бриллиант нанес немалый урон Гавайцу. По его окровавленному лицу, я думаю, и так все было понятно. За ним следует поединок против Келвина Кеттера, но вы можете Можете сказать, что Макс в том бою лидировал и сам нанес американцу большой урон. Да, не спорю, в том бою Макс нанес Келвину хороший урон, но и пропускал он достаточно. Посмотрите на статистику боя и вы поймете о чем я говорю. Также и в бою против Яира Родригеса Макс пропускал каждый второй удар, что в итоге в третьем бою против Фолкановски сыграло свою роль. Теперь переходим к ударной технике Аллена. Арнольд, как я уже говорил, молодец молодой проспект с очень большим будущим. Посмотрите, как он разносит своих оппонентов. Тот же Дэн Хукер точно не ожидал, что британец так попрет на него и вырубит уже в начале первого раунда. Также в первом раунде в поединке против Кеттера Арнольд показал свой бокс на высшем уровне. Если кто-то не знал, то Аллен в UFC давненько, но продвигать его стали именно сейчас. Как только он стал показывать подобные выступления, главный промоушен мира заметил его. Посмотрите на его выступление и вы с удивлением будете охать. Помимо боксерских комбинаций Арнольд владеет навыками кикбоксинга. Хорошие кики по этажам. Также были эпизоды, где он находил печень своего оппонента хорошим ударом с ноги. В общем, Ален это молодая кровь полулегкого дивизиона, который еще не участвовал в жестких рубках и не пропускал так много, как Макс. И поэтому, может для кого-то это будет удивлением. Но я выберу в качестве фаворита именно Арнольд который только пробивается с каждым боем и таких пробитых бойцов, как Макс он пройти может. Игра снизу. Идем дальше и теперь давайте разберем борцовский скилл молодого проспекта. Заявлять то, что он лютый борцуха я не буду, но есть у него в карьере эпизоды, в которых он переводил или, к примеру, душил нестандартными болячками. Да, такое было, но посмотрите на ком он их применял. Какой-то Алана Мэр, Мац Бернелл, в общем, никому не известные ноунеймы, у которых толком и базы нет. Просто чуваки пришли на тренировки по смешанным единоборствам, и каким-то чудом забрели в UFC где и постучали от мастеровитого ударника ален любит применять болячки в качестве добивания или если он видит возможность то что она на 100 процентов пройдет к примеру он пошатнул своего оппонента и он лезет бороться вот тогда он может подключить галетину анаконду или еще какой-нибудь интересный сабмишен но называть его борцом из-за подобных действий это глупость теперь переходим к борцовской базе Мак, и он уж точно никогда не считался представителем борьбы. В основном он славился своей защитой от переводов, практически никто не смог перевести. Да даже тот же Волконовский с огромными проблемами опускал Макса на покрытие. Даже если он его и переводил, то Гавайец моментально вставал. В общем, как мы поняли, перевести бывшего чемпиона задача не из легких. Да и в полулегком дивизионе нет такого бойца, который бы смог это сделать. Вот если кто-то из команды Хабиба залетит в главный промоушен мира и будет выступать в 66 кило. Вот тогда посмотрим, но на данный промежуток времени я не вижу человека, который бы доставил проблем Максу. И по итогу в качестве фаворита я выберу Холлоуэя, который сражался с более жесткими борцами. А Ален пока не встречал спортсмена, который бы затестил его навыки в борьбе. Кардио и дух. Что же касается дыхалки, то Макс один из лучших бойцов, которого я когда-либо встречал. Он уже давно в этом деле, и каждый его поединок доходит до решения судей. И для него никогда это и не было проблемой пройти 25 минут. На каком бы спаде гавайец сейчас не был, выносливость его останется до конца дней. Теперь переходим к кардио Алина, где, увы, оно не такое крутое, как у его соперника. Максимум, сколько проходил британец, так это 3 раунда по 5 минут. В чемпионских раундах никогда в своей жизни он не был и, учитывая, какой у него яркий стиль ведения боя, чувствую, он подзапыхается. И поэтому явный фаворит в этом аспекте Макс Холлоуэй. Что же касается духа, то здесь я отдам предпочтение Арнольду, которому только 29 лет и он только начинает свой путь в главной организации мира. Прогноз. Я думаю, что в этом поединке победу одержит Арнольд Таллиан, и скорее всего досрочно. Я думаю, что из-за урона, который понес Холлоуэй в предыдущих боях, Арнольд будет выцеливать один точный удар, и в пределах двух раундов он сможет сделать задуманное. Будущее бойцов. После победы Арнольд Аллен без сомнений получит титульный шанс, так как учитывая, какая у него будет победная серия, ему просто не имеют права отказать. Что же касается Макса, то пик его прошел, и сейчас он вряд ли будет конкурировать за пояс. Скорее всего, он будет искать для себя громкие вызовы.